Обсудить будущий облик дома и качество отделки, комфорт и уют на придомовой территории собрались жители девятиэтажки на улице Молодежной, 36. Их дом внесен в программу капитального ремонта, и сейчас строители завершают работы по утеплению фасада. Параллельно ведут обновление козырьков и входных групп, ремонт на контроле химкинских депутатов и местных жителей. Мы как бы очень довольны. Мне главное нравится, я говорю за себя, то, что у нас теперь необычная цвета балконов. А нам заменят ступеньки, двери, у нас будет дом просто новенький. К новому дому у местных жителей вскоре появится и обновленная детская игровая площадка. Работы запланированы уже на будущий год. По словам депутата Владимира Суслова, учтены все пожелания людей. То есть я встречался с жителями, жители высказали очень положительное решение, то есть их дом преображается, становится почти как новым. Еще доделают входные группы, и дом будет смотреться совсем как новостройка. Капитальный ремонт дома будет завершен в сентябре. Уже на протяжении 2 лет такие встречи проходят по всему городскому округу по инициативе главы Дмитрия Волошина. Депутаты обеспечивают контроль и обратную связь с химчанами, которые дают итоговую оценку качеству выполненных работ. Такой формат взаимодействия отвечает принципу «житель всегда прав», озвученный губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым. Александр Сергеев, Дмитрий Бочаров, новости Химки ТВ.